Но сегодня же депутаты выбрали заместителя председателя городского совета. Кандидатура была предложена одна – Игоря Шепеля. Свое решение народные избранники выражали тайным голосованием. В итоге из 36 депутатов 31 проголосовал за Шепеля. Ну, я добавлю, Игорю Шепелю 59 лет, он ветеран органов госбезопасности. Уже второй созыв – депутат городского совета, член фракции «Единая Россия».